Развитие перинатальной помощи и совершенствование маршрутизации беременных женщин. С одной стороны, сложные, где-то даже неясные понятия, с другой – вполне конкретные. Их суть сводится к одному – сделать процессы вынашивания и рождения ребенка более эффективными, снизить уровень заболевания мамы и дитя. По статистике, в области только 20% – это здоровые роды, остальные проходят с осложнениями. Уверен, что это без сомнения приведет, во-первых, и к чему мы, в общем-то, стремимся, это к снижению показателей и сохранению жизни как и здоровья как беременных женщин, так и новорожденных детей. Для этого в Архангельской области создана трехуровневая система оказания медицинской помощи. В части родовспоможения самый высокий уровень А займет строящийся в столице региона перинатальный центр. Его задача – оказание комплексной помощи в диагностике и лечении детей с врожденной и наследственной патологией. В районных больницах женщины будут получать медицинскую помощь на амбулаторном уровне и в условиях дневного стационара. То есть от того, как правильно женщина будет информирована о своем здоровье, о здоровье своей беременности, о тех перспективах, которые ее ждут, в том числе рисков и в том числе неблагоприятных рисков для ее будущего ребенка, будет связано принятие решения о том маршруте, где она должна родить ребенка. Котласская горбольница и акушерско-гинекологический стационар занимают вторую позицию. Для этого в них созданы все условия. Имеющееся оборудование обеспечивает безопасное вынашивание и рождение ребенка. Котласский родильный дом. Вот это родильное отделение и женская консультация произвела на меня очень и очень положительное впечатление. Я могу сказать, это одно из лучших учреждений по оснащению, по своим возможностям в Северо-Западном федеральном округе. Мы в этом году, например, купили 4 фетальных монитора. Это как раз вот мониторы, которые позволяют определить состояние плода у беременной женщины. В этом году 4 таких единицы оборудования было приобретено. На перспективу мы планируем приобретение аппарата ИВЛ. Это достаточно дорогая позиция оборудования, там 2-3 миллиона рублей. Параллельно Котласская горбольница решает и кадровый вопрос. Например, за счет целевого обучения будущих специалистов в Северном государственном медицинском университете. Все это способствует системному оказанию медицинской помощи. Елена Кермич, Николай Патюков, Архангельское телевидение, Котлас.